Витископ. Создана рабочая группа. Это уникальный случай на сегодняшний момент, поскольку эта рабочая группа создана не внутри Министерства спорта, а совместно Министерство спорта, Национальный олимпийский комитет и Национальные федерации по видам спорта создали рабочую группу при полной поддержке Министерства, при полной открытости всех финансовых документов и всех нормативных документов, которые регулируют спорт, что очень важно. Сегодня эта рабочая группа поставила перед собой задачу, или перед ней стоит задача, до середины октября подготовить проекты трех документов. Первый документ – это концепция развития спорта до 2020 года. Концепция для европейской рыночной страны Украины. Второй документ – новая редакция закона про физическую культуру и спорт, которая должна дать правила взаимоотношений государства, федераций, спортивных клубов и всех организаций, которые вовлечены в систему спортивного, в систему физической культуры и спорта. И это тоже правило европейской успешной рыночной страны Украина. И третий документ – это план изменения нормативных документов, которые регулируют сегодня сферу спорта. А таких документов мы насчитали сегодня больше 800. И это, конечно же, я не думаю, что это очень эффективно с точки зрения управления. И наша задача – предложить для нашей новой, успешной европейской страны Украина простую и эффективную систему управления. Не зарегулированную, поскольку из этих 800 первые 400 противоречат другим 400 документам, и это неправильно. И на самом деле ими никто не пользуется. И аудит, который мы проводили в министерстве, показывает, что максимум люди, которые реально работают в сфере, пользуются 10-15 нормативными актами. Витископ. Спортивное видео.